Разговение. Вкушение скоромной пищи по окончании поста. Праздничный стол – это возможность торжественно отметить события и поделиться радостью с близкими людьми. Если кто утомился от поста, пусть примет ныне награду, говорится в пасхальном слове святителя Иоанна Златоуста. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь сегодня. Трапеза полна пищи. Наслаждайтесь все. Пусть никто не уйдет голодным. Все воспользуйтесь богатством благости. Однако и разговляться следует разумно и воздержанно, чтобы не растратить с таким трудом приобретенное постом духовное благо.